Ладно, учитель должен быть от природы, а не просто выучиться на кого-то. Вот не соглашусь я с вами, нет, он должен как раз-таки выучиться. А вот от природы это все до добра не доводит. Это мы также дальше начинаем душу искать и верить во всякие магические явления. Нет, человек как раз-таки должен хорошо обучен. Я бы предпочел, чтобы в мою бытность, мне там когда-то в прошлом на моем пути попадались училки, преподаватели, воспитатели, которые очень хорошо обучены, которые знают, как устроен мой мозг, знают, как меня мотивировать, в какой момент можно похвалить, в какой момент можно поругать. Да, то есть я бы предпочел, чтобы это были очень хорошо обученные профессионалы, которые 80% своего рабочего времени тратили в первую очередь на себя и на свое образование, и только 20% на меня, будучи подготовленными. Мы так искать задолбаемся. Мы как их будем измерять? От природы. Тогда нам и президент нужен от природы. Где у него эту природу искать? Где она у него?